Итак, друзья мои, сегодня вы увидите то, чего вы не увидите никогда. Потому что это, вы сами видите, что это велосипед тандем. Причем тандем эксклюзивный, собран по спецзаказу. Это действительно харьковский велосипед. Это именно то, что дыхание прошлого, так сказать. Велосипеду была, естественно, так сказать, сделано искусственное дыхание, и теперь он... Врач находится как раз справа от вас. Врач находится рядом, и теперь велосипед... Инъекции, прививки сделаны, да, можно ехать за границу и не бояться болезни. Он живет новой жизнью, своей особенной. Друзья мои, велосипед, конечно же, 100% не оставит вас без внимания и всех окружающих тоже. Вы видите, что на велосипеде установлен дисковый тормоз. Тоже очень интересно. Установлена новая вилка. Любезно предоставленная велотрейдом. Да, очень любезно. И вот такой вот руль. Вот этот руль, конечно, это тоже отдельная песня, так сказать. Сейчас мы попробуем проехаться на этом... Сильно не надо. На этом изделии. Не побоюсь этого слова, именно изделие. И узнаем, что это будет. Этот велосипед сейчас поедет. Телефоны на память. Причем поедет не просто, а поедет двумя пилотами. Веломода запускает новую моду на тандемы. Правда, сразу захотелось поиметь такой вот в домашнем арсенале велосипедов. Друзья мои, когда вы невероятное. Со времени последнего видео очень много всего случилось, произошло. Он уже даже успел поломаться. После первого тест-драйва отвалились вот два пера. Одно полностью отвалилось, ну, вот во втором пошло трещина. Съездили на велосипеде, на этом мастерской ребята. Вот они нам все там это подпаяли, привели в порядок, подкрасили. Все в порядке. Дальше что еще сделали? В общем, допилили, как все делают, потому что вроде как подседельная труба 25 миллиметров внутри, но, к сожалению, где-то там наплывы, там какие-то ошметки от сварки, непонятно еще от чего, от старости, что ли. Ну, в общем, далеко уже не 25, поэтому пришлось еще болгарочкой красивенько как-то допиливать подсиделочки, настраивать нормально планетарку. Был такой проблемный момент с тросиком для планетарки, но, в общем, тоже все порешалось, все хорошо, все работает. 7 скоростей к нашим услугам, вот, чего, в принципе, вполне достаточно. На велике мы где-то 50 проехали. Среднюю скорость по хорошему асфальту получается легко держать, это 33-35. Едется легко, комфортно, непринужденно, главное, чтобы асфальт был ровный. Вот. Так, в общем-то, велосипедом максимально довольны. Сейчас небольшая демонстрация его возможностей. Самое главное, уверенно стартовать. Забыли седока. Нет, никого не забыли. Ура! Поехали. Максим уже сачкует. Поехали! Поехали.